Всем привет, ребята, меня зовут Перопетум или же Александр. И сейчас я поиграю в замечательный симулятор боевика. Сразу скажу, ребята, что если вдруг вы видите курсор в видео, то... Просьба не ругаться, потому что я тоже страдаю, я тоже вижу этот курсор, почему-то в этой игре он не хочет убираться. И по сути игра представляет из себя такое странное помещение вокруг облака, сверху облака, и нам кажется, что мы свободны, но я хочу убежать отсюда, и у меня ничего не получается. Меня заперли в этом странном мире, в мире боевиков, и здесь будут происходить довольно странные и абсурдные вещи, такие как в современных боевиках. Все будет взрываться, к чему я буду притрагиваться и так далее, поэтому нужно быть предельно аккуратным. Ведь я не хочу, чтобы эти людишки пострадали. Ладно, кого я обманываю? Я хочу, чтобы они пострадали. Чуваки просто идут по улице, ничего не происходит, идут резко. Пзвашки. Цепная реакция, и сейчас все здесь превратится просто в настоящую кашу. А нет, смотрите-ка, вроде бы еще все в порядке. Цепная реакция не так уж и хорошо сработала на самом деле. Но это было довольно странно, согласитесь, и даже довольно красиво, что чувак шел просто, а потом его разорвало на части, когда до него дотронулся этот конус. И, и, и... Не работает так, нужно именно кидать. Это как в фильмах Майкла Бэя, все взрывается. Буквально все, почему бы не повзрываться? Посмотрите, просто человеческая нога полетела в разные стороны и... Во, меня тоже убили? в меня отлетел кусок, и от того, что здесь очень много выстрелов, взрывов и прочего, я тоже умер. Ладно, давайте попробуем еще раз. Надеюсь, в этот раз меня ничего не заденет, и все будет хорошо. Так, ладно. Не буду ждать, пока появится на карте очень много на уровне людей, и просто попытаюсь взорвать машину. Человек едет на работу, возможно, он хочет заработать денег, чтобы прокормить свою семью. И тут прибегает злой перпетум, кидает конус, и происходит... Он, 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 Практически наехал на этот конус. Я думал его обмануть, но у меня не получилось. А если сделать так? Машина будет ехать, машина будет ехать, я сказал. Видимо, человек тут все-таки умный сидит и понимает, что впереди конус, и если он на него наедет, то будет конец света. Апокалипсисы все умрут. Ладно. Кто мог вообще подумать, что причиной апокалипсиса станет конус? Окей, парень, ты не хотел играть по моим правилам, и несмотря на то, что возможно у тебя есть семья, я тебя уничтожу. Блин, это просто супер, ребята. Почему во всех играх нету такой крутой физики? Почему во всех играх все не разлетается в разные стороны? Оу, оу, оу. Этот чувак настолько плох, что даже его труп пытается передвигаться. Видимо, ему очень плохо. Ему не понравилось быть мертвым, у него нет руки, ноги, и, ру... и вообще головы. И у них у всех лица такие, знаете, мол, что такое? Все в порядке? Эй, а время закончилось? Нужно было постоянно, видимо, все взрывать, чтобы время не закончилось, и чтобы я мог жить. Понятно. Теперь понял, я смысл наконец-таки. Окей, начинаем с самого начала. Так вот, у всех людей тут такие отреченные лица, что как будто они не понимают, что происходит. А, то есть все в порядке, да, действительно. Видимо, когда будет мировая война и атомная война, и все будут ходить и думать, мол, все в порядке. Бляха, муха, нужно все действительно взрывать, потому что время закончится, я проиграю. Бах. Я должен каждые 20 секунд что-то взрывать, грубо говоря. Если я проживу 20 секунд без взрывов, то я нарушу законы мира боевиков и в итоге проиграю. Понятно. Давайте, давайте, давайте. Дом, дом! Я хочу взорвать дом! Класс! Обычная мусорка смогла разрушить целый дом. Это очень странно. Оу. Парень решил поцеловаться с землей, заняться немножко любовью. Эх, а вот ты, ты бы мог помочь ему, тут столько трупов, и да... ты даже не пытаешься помочь. Окей. -ш -ш. Страдай. О, чья-то рука. Прикольно. Ладно. Не хочешь подобрать? Будет. Воу-воу-воу, -во! взрыв, взрыв, взрыв! Время, 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 время! А, -а, 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 -а! Промазал! Промазал, промазал! Все, я взорвался. Кстати, что это за фиолетовый куб был? Мне интересно атомный взрыв произошел из-за того, что я взорвался. Настолько я крут. Настолько во мне много крутости. Я даже как практически Чак Норрис, посмотрите. Любое мое действие приводит к взрывам. Это действительно круто. Здесь пешеходный переход, я полагаю, да? О, можно его кинуть. Знаки имею в виду. И... отлично, время пошло. Так, что это за фиолетовый куб? Мне интересно знать. Возможно, это какое-то секретное орудие. Так, выкинем это. Эм, я бы так не сказал, это обычный куб, ладно Нужно срочно что-то взрывать Время Опять, опять Я потратил время на куб и ничего не произошло Поэтому, возможно, даже стоит подождать, пока соберется больше народу в этом городе И начать все взрывать Главное, чтобы меня не задел никакой осколок Хотя в первый раз, возможно, тоже у меня время закончилось, а я просто этого не заметил да, человек умный, он не хочет меня давить. Он понимает, что ничем хорошим это не кончится. Но тут прибегаю я, хватаю дорожный знак и начинаю раскручивать его машину и... Пшшш. Оу. Кстати, ему ничего вроде не оторвало, кроме головы. Но ничего страшного, думаю, и без головы он сможет прожить. Взрыв был настолько крутой, что у меня аж 34 секунды, а я думал, что 20 это максимум. Бах. Оу, оу. Это трюкачи, стопудово. Стопудово они пытаются меня обмануть. Сейчас я заработаю побольше времени, и тогда смогу посмотреть, что все-таки происходит в мире. Так, и... Пац! Пах! Бжж. Можно эту машину взорвать? Почему она еще не взорвана? А, она уже взорвана. Извиняюсь, еще стена. Нужно взорвать стену. Пах. Все. Здание уже взорвано. Oh, oh, oh. Чувак потерял свои ноги Он так быстро бежал, что ноги просто побежали вперед А его тело осталось сзади То есть, понимаете, да, они бежали-бежали Потом они поняли, что все, уже конец И остановились, и упали Вот такая офигенная история от перпетума Ну, конечно же, это сарказм Кирпичики Кирпичики трогать нельзя, только двери Блин, я уже все взорвал Остались только людишки и, собственно Машины, которые появляются По большому-то счету, бесконечно Жаль, здесь прыгать нельзя. ой 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 Чувак пытался вырваться из этого мира. Он понял, что все вокруг нас не настоящее, что мы в матрице. И попытался убежать. И знаете, ему удалось. Может быть, мне тоже попробовать убежать в стену. Э! 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 Нет, не хочет. Александр не хочет. О! Я все понял. Это ты его задавил, подонок! Какого черта ты здесь делаешь? Ты задавил моего друга. Ты задавил ноги моего друга. Мы столько с ними пережили вместе. Мы гуляли, мы ловили рыбу. Мы ночевали в лесу. И теперь ты умрешь! Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Время, время, время. И... Да. Время вышло. Кстати, играю я Майклом Бэем, режиссером Трансформеров. Потому что как раз таки все смеются над Майклом Бэем, потому что у него в фильмах постоянно взрывы, выстрелы... Не проходит и минуты, чтобы что-то не взорвалось. Все очень пафосно и так далее. А знаете, как развлекательное кино, оно очень даже неплохое, пускай оно и очень тупое, но смотреть такие фильмы, в принципе, в удовольствие можно. Есть фильмы чисто развлекательные, попкорновые, которые просто сидишь что-нибудь топчешь и как бы наслаждаешься просмотром. А бывают, бывают фильмы серьезные, которые ты смотришь и пытаешься задуматься о каких-либо вещах, которые пытается донести до тебя, собственно, режиссер, сценарист и остальная бригада съемочная. Так! Так, так, так. А, нет. Так, все в порядке, парень. Держись себя в руках. Где твоя рука? Где твоя рука, а? Как ты будешь держать себя в руках, если у тебя нет руки? Я говорю, чтобы ты держал себя в руках, но ты не сможешь выполнить мою просьбу. А если ты не выполняешь мою просьбу, ты, значит, мой враг. Поэтому я попытаюсь взорвать тебя еще раз, но, видимо, не получается. Ладно, ладно. Тогда, тогда я убью твоего брата-близнеца. Так и быть. Смотри. Его разорвало на куски. А все почему? Потому что ты не держал себя в руках. Маленький чувак, с пуговицами вместо глаз. Хорошо. Я, я запомню тебя, смотри мне. О, еще один брат-близнец. Э, я, ребята, не знаю, что нужно делать в этой ситуации. Мне кажется, нужно взорвать машину, осколок отлетит, и он тоже умрет. Нет, не умер, к сожалению. Давай, умирай. Все-таки взрывов недостаточно, и время подходит к концу. Ладно, так и быть. В общем-то, ребята, вот такая вот довольно специфическая игра, интересная, необычная, ничего подобного я не видел. Если у вас на примете есть какие-нибудь крутые игры с крутой разрушаемостью, со взрывами и прочими-прочими-прочими вещами, чтобы все взрывалось, кровь, кишки и так далее, пожалуйста, оставляйте их, собственно, в комментариях, я с удовольствием поиграю в них. А вам большое, ребята, спасибо за просмотр, с вами был Перпетум или же Александр, до новых встреч, друзья, удачи, пока и напоследок. Удачи!